Турции туравтобус столкнулся с грузовиком. Погиб один человек, еще 12 ранены. В турецкой Аланье перевозивший туристов из Польши автобус врезался в грузовик. Об этом сообщает HRAID. В автобусе находились 12 человек. В результате инцидента погиб 17-летний парень, еще 12 человек получили ранения. Водитель фуры не пострадал и был задержан полицией. Напомним, ранее сообщалось, что в Анталье разбился автобус с туристами. 20 пострадавших. В Киеве автобус въехал в остановку, водитель бежал. По материалам сайта newsgro.com.